Следующая миссия, мы видим сложность эксперт. Будешь ждать, будешь проходить в перспективе. В перспективе буду, Маркус. Привет, Даки. Да, много советов давал, кстати. Кто давал? Мистер Радарина. Давайте. У меня почему-то, да, у меня Радарина, у меня вот сейчас лучше писать тогда, когда дело происходит между миссиями, потому что во время того, как тебе с 18 сторон атакуют, тебе нужно подзаказывать, ну, довольно тяжело все это дело еще и читать. Поэтому пиши лучше сейчас, я готов почитать, внять. Мне ваши советы очень важны, они мне помогают, без иронии. Итак, возрождение. Мертвая Франция возвращается к жизни. Армия полнится новыми рекрутами, ведь в былые времена люди присягали на верность лишь своим господам. А теперь какой-то шкуре. Очень смелый. Теперь мы сражаемся не за надменных дам и господ, а за Францию. Жанна является для всех нас ее олицетворением. Мы не делаем различия между ними. Жанну сожгут, чего спалить? Ну там, почитай учебник. В Орлеан прибыл сам Дофин. Еще никогда я не видел такого праздника. Франции нужен король, поэтому нам нужно сопроводить Дофина в Реймс, где он будет надлежащим образом коронован. Я помню эту миссию. Но Реймсу угрожает англо-бургундская армия, еще на пути лежат Труа и Шалон. Это просто жесть, ребят, что сейчас будет. Вы себе даже представить не можете. Жанна приказала бить все три города до коронации, мы ждем. И мы ждем, не дождемся битвы. Отбить все три года до коронации. Смотри, у Жанны губа не дура вообще, и аппетиты зверские. Ладно, отправляйтесь на запад, помогите защитить французский город. Будьте осторожны, потому что встретить противника. Жанна должна выжить. Подсказки. Этот контроль над рекой позволит вам получить преимущество, но вам не следует тратить слишком много ресурсов на корабли. Шалонь — это самая близкая беззащитная из трех деревень, захваченных английскими войсками. Помните про ваше задание. Если не хотите сжать города, вы должны сделать так, чтобы англичане были вынуждены отступить. Обнесите стенами отмели, чтобы замедлить врага. Так, Шалонь — самая близкая, беззащитная. Простая подсказка. Не используй Shift VOE, если не разобрался, как он работает. Да, это действенная подсказка. Короче. Не, ну я вроде понял, как. Смотрите, добавляем Жанну Shift, потом Ctrl. Там сложная схема. Пацаны на тройку. И давайте на разведку. Я что-то... Во-первых, здесь что-то много нямки всякой. Допустим, нужно сюда. А ты посмотри, что там еще есть. Где-то поблизости. Вообще можно поехать вниз. Смотри. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче, полегче. Ребят, я просто мимо проходил. Они должны пересечь реку. Да мы на лошадях. Лошади ж плавают плохо. Какая река вообще? Какая река, любезный? Так, хилься. Я понимаю, ты сейчас... Мальца испугался. Так, нам нужно разведать местность, и там, в общем, местность-то не очень приятная. Так, а попробуем, давайте как-то, ну, может быть... Что? Кто? Так, нам замочили только что разведчика последний. Ладно. В атаку! Монахи здесь. Жанна, ты тоже не халявь. На нас почему-то напали. Я не знаю, так и должно быть, или что происходит. Пытаемся контролить, как можем. Распределяем юнитов по коней по одному лучнику. Они очень быстро бегают. Я, знаете, чего не понимаю? Почему эти ребята бегают быстрее, чем... Ага, это кто? Ты враг, что ли? Сдохни ты уже, твою мать. Да, все печально. Так, а если сюда? На вас напал игрок британская стража. Игрок британская стража на нас напал. Идут сюда ребята. Эти уже сдались. Я не знаю, это была Шалонь или что это было. Это была непонятная какая-то хрень. Причем мы здесь отхилимся, а здесь ничего нет. Нам, видимо, нужно туда. Видимо, вот это вот и есть переправы, возле которых нам нужно строить стену. Шалонь зеленая. Да, это было далеко еще не... Это были далеко не враги. Ребят, вы пока на хиле. Мы на позитиве вообще.
Беда, печаль. Ладно. Ребят, может быть, начнем, да, подхиливать, спасибо. Довольно быстро они это делают. Может быть, не так, как хотелось бы быстро, но нормально. Река. Да, это будет тяжелая миссия. Так, ты кто? Ты рыцарь? Подожди, подожди, стой, брат! Я хотел закурить попросить, нет? Ну ладно. Так, идем вниз. Это не та миссия, которую я пугался, на самом деле, все, все нормально, мы выживем. Вот, вот этого товарища нужно... Иди сюда, мужик, закурить не на... Я как дорогу хотел спросить... Черт бы с тобой, козлина. Монахи, кстати, лечат довольно сносно. Кто-то мне рассказывал, что они довольно долгие, но я пока не вижу этих проблем. Так, разведчик, что-то мы внизу найдем. Нам нужно... Какие цели еще раз? Стоп, это вот здесь вот, да? На запад помогите защитить французский город. Какой-то город у нас довольно сомнительный. Что это за деревня? Зато музыка классная. О, золото нашел. Тихо, тихо, тихо. Ладно, ладно, ладно. Это Шалонь, что ли? Я так понимаю, что Шалонь это где-то вот просто... И это Шалонь, да? Шалони полные кефали. Хорошо. Во, вот может рыцарь сейчас все-таки... Нет. Они все в разведке. Но Шалонь внизу, в общем, да? Ладно, мы, я думаю, просто идем туда. Идем и не тужим. Там посмотрим, как будем дальше жить. Конечно, вслепую ходить это плохая идея, но что может с нами случиться, ведь нас сопровождают два отец Ибрагима, отец Никодим, они помогут. Что-то, а это кто? Ну-ка, вломите ему. О, хорошо, да разведывался, козлина. Так, меня интересует, а что здесь? А, ясно, понятно. То есть, вот так сразу, да? Ну, я так не смогу, потому что вот здесь полуостров удачно расположен. Мне нужно захватывать контроль над рекой, пишут, да, и это что? Вот что это за... Чье? Вы чьих будете, товарищ? Неизвестно. Тут тоже Шалонь нужно убивать. Ладно, идем дальше. Мы тем временем уже двоих грохнули. Дюже беспокоен. О, вот так, да? Ясно. Военный лагерь вам создать. Ладно. Давайте тогда начнем раскачивать экономику. 300 пища, 200 древесина. Понятно. По домам у нас пока нормально. Это здесь, это здесь. Ребят, вы сначала давайте займемся все-таки более важными вещами. Нам нужен разведчик. Монахов сюда. Где у нас разведчик-то? Вот он ты, да? Красавчик. А, вот у нас еще двое товарищей здесь, да? Так, 200 пища, 300 древесина. Короче, пока просто штампуем крестьян. Да, это будет тяжелая миссия довольно-таки, но ничего. Мы справимся, ребята, мы справимся. Первое надо Шалонь грохать, да, по-моему? Пока дойдешь, там город построить. Да вот и я ж про то же. Ну, что делать, ребят? Здесь ресурсы сторожит это Шалонь. А нам что говорили в подсказках? Так, уничтожьте городской центр Шалонь, уничтожьте городской центр Реймс, уничтожьте городской центр, Дажан должна выжить. Шалонь самая близкая, беззащитная. Нет, не обсуждаемся города, так, чтобы ничего не будем вынуждены отступить, мстите стенами отмели, чтобы заметить врага. Ладно, ну нам, прежде чем идти в атаку, нам нужно вообще понять, как жить дальше и раскачивать экономику. Ну, еду они нам будут еще, сволочи, долго носить. Судя по всему, да? Сколько ты стоишь, друг? 50 пища. Печаль, печаль. Жизнь тлен. Давайте сохранимся. Вроде без потерь пробежал. Давайте на единичку все еще. Вспоминается Battle of Good Game. Да, Game Over. Он кайфовый был. Вообще интересная игра. И я... АОЕ это вообще такое, знаете, ностальгия, это воспоминания детства, когда компьютеры были, ну, помню, Pentium 2, 3, когда они работали со скрипом,
Так, ну что, тележку, 300 пищи. Давайте подождем, пока эти... И сколько? 200 древесина. Подождем, пока они натаскают нам 300 пищи, потому что я хочу сначала тележку изучить, а потом уже работать над всем остальным. Видимо, реку придется захватывать. О, все бараны наши. О, просто как на митинге Единой России практически. К светлому будущему, ребята, вперед! Мы сильнее всех. Если будет возможность, то не сноси вражеские рынки после уничтожения городского центра. Сможешь повозки пускать. Вот это спасибо большое, Лежака. После уничтожения. То есть я буду убивать только городской центр. Спасибо большое, дружище, за подсказку. Ну что, 300 пищи, когда? Да, уже скоро. Давай, 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 ребята. Ну, исследуем пока местность, никуда не спешим. Все, да, есть контакт, можно тележку. Угу. Так, вот мне не нравится, как вы здесь лес как-то странно добываете. Ну да бог с вами, ладно, нет, так, на нет и сюда нет. Все, в принципе, примерно все понятно. Надеюсь, на нас не будет нападений. Проходим на эксперте. Довольно много врагов. А что у нас по этим? Труа, Шалони, Реймс. А где, как понять, они противники или союзники? Вот как, где написано? Вообще непонятно. Британцы, британцы, британцы. О, франки у нас Шалонь. Так они же свои, да? Зеленые, короче. Зеленые франки, они просто предатели. Но они обязательно перейдут на нашу сторону. Так, тележка сейчас доделается. Баранов довольно много. Давайте сразу же окучивать. Поехали, работаем. Для того, чтобы перейти в следующий век, нам потребуется много леса и много дерева. Конечно, рыбные места. Сюда бы с батей поехать на рыбалочку. Теперь на лес. Нам нужно довольно много леса. А тут что нам? 150 пищи, 100 древесина. Ну, надо раскачивать экономику в первую очередь, потому что без экономики, ребят... Без экономики нет никакого толку и смысла. О, дядь, дядь, стой, 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 стой. Еее, отлично. Это здорово, что теперь за нас. Поверь мне, поверь, тебе понравится. У нас вкусно кормят, мы сейчас вот шашлычок зажарим. Классная игрушка, я играл. Привет, Наташа. Да, игрушка нашего детства, еще раз повторю. Игрушка, я помню, как я проводил за ней. У меня был компьютер ужасный, он там что-то сломалось, и он выключался через каждые 15 минут. Что-то там перегревалось. И вот у меня были 15-минутные отрезки, чтобы поиграть в АОЕ. Как же я был счастлив в те времена, когда удавалось... поиграть чуть больше, чем 15 минут. Тогда вот получаешь истинное эстетическое удовольствие. А когда компьютер перегревается, сидишь и думаешь, что ты сделал не так, и как тебе сыграть лучше. Ну, короче, это все шалонь, да? Все это шалонь. Бесполезно. Ладно, ну, мы по-прежнему сейчас быстро заказываем крестьян на лес. К сожалению, нельзя. Так, что 150 пища? 100 древесина. Давай, давайте, давайте, ребят. Да что ж такое? Что ж так долго-то работать? Я же вам уже прокачал тележку. Вот, наконец-то все. Делаем, значит, грейд на пилу лучковую. И так, ребята, ребята, по баранам все, быстренько по баранам. Вернемся к нашим баранам. А мы пока будем строить здания, необходимые для дальнейшей жизни и развития. Ну, например, вот надо построить, наверное, так, рудник у нас есть. Давайте построим, во-первых, кузницу. Во-вторых, построим... спокойно. Чего это? Сохранились. Чё-то шалонь у нас взбунтовалась. Говорят, войско взбунтовалось. Царь, говорит, не настоящий. Так, и, наверное, построим мы рынок, конечно же. Вот здесь вот рядышком. Нет, вот здесь вот у нас будет рыночек. Красиво будет, хорошо, вам понравится. Так, ну и поехали вокруг. Идем сюда. Тут я сейчас чувствую, развернется замес. Ох ты, ё-моё, вот он. Вот он где замес-то. Ё-моё, хорошо, что я сохранился. Да вы охренели, что ли?
Колокол, колокол, колокол! Подхиливаем, подхиливаем, пацаны, сражаемся как никогда. Ну на изичах вообще, даже не вспотел. Чё-то шалонь подохренела, конечно. Просто подохренела, откровенно говоря. Хорошо, что ребята вот эти, которые лес собирали, даже пальцем, ну, вообще не моргнули глазом. Так, это что такое-то вообще? Кто такие, с кем едят? Зато у нас стало на несколько рыцарей больше. Монахи, так, вы... Поехали. Работаем, ребята. Так, все пределы, да? Отдыхающих нет. Давайте, ребят, на том свете отдохнем. Нам, ну, сейчас нужно реально раскачать экономику. С хавкой у нас прям совсем проблема. Откуда вы вообще пришли? Стройте стены возле. Угу, понятно. Ну, удачно отбились, кстати. Жалко, что в Rising Nations не получила такое же распространение, как АОЕ. Я не играл, если честно. Так, ну давайте на двоечку. Кто-то там такие дерзкие-то были вообще. Надо, наверное, сразу шалончи спотить. Грохнуть. Может быть, реально... Так, а ты вообще откуда пришел, дядь? Давайте пока делать грейды, что пища, золото. Пища, золото, чугунное литье. Да, надо уже ребят на золото потихонечку направлять. Грохнем же эту скотину. Так, вышка и стена. Ну, не хочется... Не хочется атаковать раньше времени. Вот я боюсь, что я сейчас полезу и... О, ты что халявишь? Ну-ка, не халявить. Так. Так, это сюда. Нет, ты иди сюда. Ну, пока что развиваемся. Я, короче, хочу пойти и убить... Хотя они полезут же, понимаете? Вот стрём, что они, скорее всего, полезут. Давайте, наверное, все-таки одним товарищем каким-нибудь. Так, у нас, кстати, заканчивается... Угу. Так, а Q? Q? О, господи, что это было? Подождите, ребят, у нас телевизор включился. Полтергейст! Ё-моё! Как это возможно? Просто вдруг внезапно заработал телевизор. Мать моя женщина. Но мне нужен срочно один из монахов, которые там по карте бегают. Для того, чтобы изгнать злой дух. Эй, ну ты офигел, что ли? Ты, козлина. Так, короче. Ясно. АФ. Нет, АФ. А, СФ, да. Нужна вышка. Слушайте, ломают нам кабинет вообще нормально так. Пока переманиваем, давайте вот все построим здесь. Блин, скоты! Ё-моё, да хорош! Короче, это было неудачно. Очень неудачно. Так, идем сюда, идем сюда, идем сюда. А, мы еще и Жанну потеряли. Да, ёпсту, да и ладно. Загружаемся. Да я понял, что я проиграл. Загружаемся с двоечки. Как неудачно. Го, позвони на РЕН-ТВ, да пора бы, да. Так, ладно, окей. Так, СФ. АКЮ. Быстренько вышку. И давайте какие-то здания уже... А, вот, я думаю, что в первую очередь нам нужно... Что там нужно нам для этого? 200 древесины. Короче, нужно на лес, пацанов, еще больше. Да, полез, козлина. Жанна, иди в городской центр, наверное. Стоп, нет. Знаешь, что мы сделаем? АКЮ. Идем сюда. И вот сюда вот в вышку залезть нельзя. Ладно, тогда иди сюда и сиди там. Тоже нельзя.
Короче, ладно, Жанна, иди туда. Все, нормально, живем. Ну ты офигел, козлина! Ладно, все, я понял. Они так нас будут... Они нас так будут вечно изводить, пока мы не стены не поставим, да? Я понял, хорошо. А, у нас камня нету. Ладно, пацаны, его защищайте здесь. Ну просто какая-то жуть! Пытаемся одновременно контролить и сражаться, но я чувствую, что надо, короче, строить военное здание, ничего не сделаешь. Так, таран. Я думаю, что нужно быстро таран делать. А, вот они уже рядышком здесь, да, тусят. Быстрее, 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 быстрее. Отвали, козлина, от него. Так, хорошо, стоим, улыбаемся. Кто-то грохнул, блин. Угу. Тяжело жить на свете, да? Так, 41.50. С лесом вроде проблем нет. Не знаю... А давайте вот так вот сделаем. Давайте вот так сделаем. Это на девяточку всегда будет у нас. Мы будем привыкать уже как-то правильно отстраиваться. Идите на золото. Это на девяточку. Это будет на семерочку. 6, 7, 8. Да, 8 это будут конюшни. Ну, будем привыкать как-то так. Работаем, работаем. Постоянно дозаказываем, дозаказываем. С лесом вроде проблем нет. С пищей небольшие проблемы. Так, что? 250 пищи, 200 золота. Ну, нужно, понимаете, проблема в том, что нам нужно быстро там грохнуть этот самый, да? Да, печаль, печаль, конечно. Печаль, что вот нам нужно экономику как-то раскачивать, а ну, не получается. Так, на золото сюда-сюда. Нет, не получается, не получается. Нужно больше экономики. Давайте еще один дом. Вышка. Жанна, иди ты, пожалуйста, по-добру, по-здорову. Ты что тут стоишь? А, понятно почему. Так, давайте, наверное, лучников чуть-чуть, чуть-чуть, самую малость. Только немножечко, чайную ложечку. И уже... Уже потихонечку будем здесь, соответственно, переходить. Переходить на камнестроение. Что для этого нужно? 300 пищи, 200 золота. Ё-моё, проблема у нас, реально проблема. Давайте сохранимся. Проблема заключается в том, что не хватает нам ресурсов. Жанна, иди отдыхай, а. Так, наконец-то мы уже потихонечку атаку налаживаем. Здесь я хочу ворота построить, ё-моё. Хочу построить ворота, вот взять и построить, чёртовы. Можно и замок, в принципе. А как, ребят, как вращать ворота? Кто-нибудь подскажет? И давайте, может быть, реально замок воткнём, только вот где? Здесь-то эти атаки отобьем. Я думаю, что нужно наверху строить. Сколько на замок нужно? 488 камня. О, да, тут как бы надолго. Так, пища, древесина. Ну, пошел у нас хотя бы какой-то прибыток в кассу. На лесе, наверное, уже перебор. Ставим
Так, Жанна, я думаю, разберется. Наконечник, кольчугу. Это пехота, нам пехота пока не нужна. Кожаные доспехи лучников. Давайте вот так вот кавалерии грейдик сделаем. Нам нужно сначала развалить эту хрень. Короче, строим древесина и золото. Все, мы давайте, короче, на девяточку построим побольше таранов сейчас. Отлично. Блин, ну там бы ворота, конечно, построить, но я не уверен, что это нам поможет. Так, АКЮ, вот пытаемся домами как-то отгородиться, чтоб, ну, вы поняли, да? И сейчас пойдем в атаку. Может быть, успеем как-то отковыряться. Так, золота мало, все время мало золота. Давайте с леса... Давайте вот так сделаем. А еще один сделаем вот так. Надо нам монастырь нужен, кстати, тоже. Университет бы еще построить. Наверное, бы еще университет построить. Так, ну все, сохраняемся. Я думаю, сейчас пойдем в атаку. Сначала надо стенку выстроить, и в нее уже ворота ставить. Тогда... Так, тогда как надо встают. Как... Коней копейщики хорошо убивают, просто не подставляй под них Жанну, она ж конница. Да-да-да, хорошо, понятно. У Шалония вроде стен нет, можно быстро раж конями, минус один враг сразу. Да, наверное, надо было сразу так сделать, я... Ну там... Там же проблем... слышь? Че, борзо, что ли? Да не лезь, не лезь, мы сейчас переманим. Университет. Давай, давай, давай. Так, университет. Ну нет, пока надо прорашить. Потом уже будет университет. Так, это копейщика нашего не трогай. Так, 7 СС идет сюда. Так, этих мы и так замочим. Ты идешь сюда. Все, короче, надо попробовать. Хотя... Так, ты идешь сюда, ты идешь на камень. Камень не так много вообще. Кузница, тут грейды, тут грейды, тут грейды. Ну, вроде живем. Так, а кого я построил-то, ё-моё, зачем я застрельщика построил? Ну, ладно. Давайте построим... Блин, зачем я застрельщика построил? На А, не на С. Так, 7. 8 будет конюшня. Давайте, наверное, построим еще и конюшню. Конюшня. Да их несколько, конечно. Ну все, надо, короче, пойти разведать, что там в итоге по зданиям. И пойти уже вломить. Пошел вон. Наверное, замком укрепимся там на севере и потом пойдем в атаку. Я хочу посмотреть, что у них там по... Надо убить просто городской центр, и они свалят. А где вы? Я что-то не совсем... Вы что-нибудь поняли? Я вообще не догнал. Так, ладно, ставим замок. Сколько ты стоишь? 488, но уже скоро. Так, передвижение. Я вообще не врубаюсь, где этот шиньон-то? Да я, блин, просто разведываю, чувак, хотя у меня и был разведчик, какой-нибудь слишком медленный. Зеленую сверху, снизу просто вышек наставили. Вот сволочи мелкие. Ага, все, ясно. Тогда нужно... Давайте проверим, что у них там. Я, в общем, не там поставил-то все эти вещи, да? Давайте уже замок.
Да, прорашить можно будет сразу. Окей. Идешь сюда. Ну что, давайте пойдем реально прорашим. Блин, хотя... Зачем? Нет. Замок неправильно. Неправильно я ставлю замок. Вот замок надо поставить вот где-то здесь. Где-то здесь и вот где-то здесь. Не помню, кто сражается. А, это Жанна тут вломила кому-то. Ё-моё, Жанна, ты чего? К тебе одного монаха персонально надо приставить. Да, замок вот здесь и будем как бы отбиваться. Сейчас всех хилим. Сюда пойдем в атаку. А, еще таран. Я думаю, нам хватит, кстати, таранов. И давайте университет. Блин, теперь с лесом проблемы, ё-моё. Ладно, сейчас будет замок, сейчас будет полегче. Так, лучник, нет, наверное, давайте 8. Где конюшня моя? 8. Так, здесь так, здесь так, здесь мы... Давай хили же. Кто, где? Ах ты ж, вашу мать! Сволочи, сволочи! Думаю, что так? Блин, тут еще и эти пришли. Ай! Твою ж медь, а! Просто пойду сейчас вот так вот и замочу. Сюда, сюда, сюда. Конечно, плохо, что... Конники, вот, все, поехали в атаку. Так, лучник А8, конница. Так, 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 так. Все, идем, 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 идем. Все, пойдемте, пойдемте. Вы, ребят, наверное, останьтесь здесь. Ёпс тудей. Ну вот это новость. Вот это новость. Вот это здорово. Спасибо за встречу. Вы идете сюда, вы идете сюда. Минус, минус, минус. Так, здесь развалили, здесь развалили. Все, вперед. Теперь эту хрень замочить по-быстренькому, и все будет хорошо. Колокол, колокол. Быстренько забежали. Жанна, 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 спокойно. Блин, замок я отлично поставил, конечно. Просто, знаете... Лучший замок в истории Age of Empires. Так, знаете что, нам придется, наверное, все-таки... Нам придется все-таки на 6 поставить эту хрень, потому что так, колокол, колокол. Вас же не всех замочили, да, слава богу. Продолжаем работу, ё-моё. Ну все, сволочи. Давайте сохранимся. Сохраняемся на 9, может быть, я еще успею. Ой, нет, на какую, на 4. Может, я еще успею там приостановить, если что. Но они сейчас послали на меня, по идее, все силы. Замок очень тупо поставлен, если честно. Если честно, это было. Это было так себе решение. Так, С. Придется копейщиков строить, ну, как бы без вариантов. Так, этого минус, этого минус, этого минус. Давайте делаем все грейды нахрен. Так, копейщики не нужны. Так, ну, оу, да, оу. Да, я вас понял. Я вас понял, товарищи. Загружаем.
на четверочку. Я сейчас, да, я сейчас бей стреляющие катапульты. Сейчас тебя благословит, благословят на царство. Нормально там. Так, хорошо. Возвращаемся назад. Возвращаемся назад. И я понял, что нам надо делать. С... это Q, да? SQ, SQ. Все, работаем. Идете на лес, идете на лес. Я понял все, я понял. Блин, самый тупой замок вообще в истории. Я только что поставил. Давай ты сюда иди. А ты давай вот сюда вот иди. Самый тупой замок в истории. В истории Age of Empires. Мне нужно просто вот этих вот ребят, ну вы поняли, да? Подштамповать против коней. Я понял, что коней будет много, вопросов нет. SF это сюда. Здание построено, здание построено. И на шестерочку. Так, кто у нас копейщик? Копейщик, иди сюда. Так, это сюда, это сюда. Сейчас по нямке будем справляться. Ну, сначала надо хотя бы одних замочить. Во, ну хоть где-то замок в чем-то работает. А то я уж было подумал, что... Все, надо привыкать именно к такому. Так, может в 4 век отправиться. Пища, золото, два здания каменного века. Да нет, нет, какой пища, золото, какой пища. Все, мы сейчас пойдем в атаку. Так, а чё вас трое, ребят? А чё вас трое, я не знаю. Так. Так, так, так. Хорошо. Давайте еще одного монаха. Идем сюда, идем сюда. И дом, пожалуй, еще один дом. Все, короче. Значит, идем сюда. О! Добрый вечер! Мимо! Козлина! Не знаю, в кого там стреляете. Сейчас мы вам чуть-чуть нахлобучим. Все, я думаю, что вот сейчас мы сохранились. Сохранились на ту же самую четверочку, по-моему. И прям максимум этих ребят. Максимум этих ребят сейчас мы наплодим. Окей. Так, значит, так. Здесь все нормально. Здесь Жанна отдыхает. Здесь еще один дом. Кажется, мы уже все. Мы перебираем по... Так, здесь лесопилочку. А подождите, у нас где-то здесь, где-то у нас есть университет, да? А по ресурсам-то нормально, давайте, университет же, нам нужен университет. Давайте вот внизу его поставим, чтобы... У нас что-то, пацаны, совсем... Еще S. Сейчас вместе с таранами поедем. Отдохнем. Так, здесь одного монаха, пожалуйста, один раз монаха. Царица. Так, а чё мы тупим-то? Почему у нас два огорода простаивают? Так, молодцы, молодцы, молодцы. Все, да, у нас достигнут лимит. Нет, сейчас побольше, побольше пикейщиков. Немножко подтупливаю. Давайте оставим этих ребят здесь. А, вот он, ты готов, да? Ну-ка, у нас-то по ресурсам все нормально. Давайте сейчас начнем. Во-первых... Так, ведем огонь по противнику в упор. Это раз. Монахи идут, значит... На 50 очков больше здоровья, это хорошо. Ну все, идем в атаку. Поехали, ребята. Сейчас мы посмотрим, кто кого. Маленькие сволочи. Так, эти сюда, эти, ну давайте тоже поедут. Ой, 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 ой.
Так, только знаете что, ребят? Так, нет, монахи остаются все-таки здесь. В университете. Так, вы идете сюда, вы делаете всяческие грейды. Да, все, у нас максимальное количество. Ну, короче, против... Так, копейщики нормально заканают. Здесь убиваем. Ну-ка. Ну-ка. Сейчас копейщики должны вломить. Идем. Что, вас многовато, ребят? Ни хрена не видно, где свои, где чужие. Ох, прям толпа. Слушайте, а много народу там. Охренеть, дайте две. Блин, их прям много, ребята, что делать? Так, загружаемся. Короче, нам нужен еще один замок, судя по всему. Такой стелс. Стелс-замок. На твоей половине карты вражеские вышки, золото и камень хранят. Да мне-то сейчас хватит сил. Короче, новый план, ребят. Нужно как-то поставить по-тихому. Я понимаю, это очень странная идея, но... Причем я думаю, что прям вот... Спасибо, ребят, за поддержку. Чей поддержал канал Настя.00.рублей и сообщает Милорд Краб. На нас напали. Есть такое, да. Напали, причем как-то... Прям как-то совершенно безбожно. Так. Монах. А ты университет даже еще не построил, да? Ёпс, туды. Нет, стоп. Может быть, мне удастся как-то здесь втихаря, нет? Ага, втихаря построишь тут. Надо эти хотя бы отманить. Загружаемся. Надо хотя бы этих товарищей отманить оттуда, да? Привет, Тей. Что-то я только сейчас понял. А куда? Что я загрузил? Не-не-не-не. Какая-то беда прям на четверочку. Короче, рядом с рекой. Надо как-то его в стелсе построить. Но я не понимаю, как. Нет, я построил реально самый талантливый замок. Да, господи, какой храм. Я не хочу молиться прямо сейчас. Так, ладно. Чё, ладно-то, прохладное. Я даже не знаю, что делать, потому что прям беда. Прям беда-беда. Там очень много народа выезжает. Давайте, наверное, да, что там замок, СЦ. Ну, как-то будем бейтить на него, не знаю. А если я без армии просто пойду, вот. Как дурак такой, знаете. Я местный Ванька-дурачок. Сохранимся на четверочку. Да-да, я настолько законтролился, что я даже не понял, что это тейка. Да, получается, отлично. Так, иди сюда. Да, господи. Нет. Сволочи мохнатые, а. Короче, я понял, нам нужно каким-то макаром этих гадов выманить. Ладно. Ладно. Идешь сюда, может, башню построим, не знаю. Так, пацаны, а чё вы халявите, я не пойму. Ты иди сюда. В чем за проблема-то у вас? Хорошо. Да чё хорошего так? Давайте попробуем все-таки забейтить пацанов. Ну здесь замок не хочется строить.
Так, поставь замок возле реки на своей стороне и зачищай низ карты, чтобы ресы забрать, они тебе понадобятся в дальнейшем, чтобы штамповать его. Да я-то заберу, мне сначала надо вот у этих убить городскую ратушу. Это не так сложно сделать, просто убить эту чертову ратушу. Делов 5 минут, ребят. Замок у меня он стоит уже. Эй, вы, сюда иди. Давай еще, что, маны нету, что ли? Ничего не понимаю. Вот кто-нибудь понимает, что происходит? У монахов, судя по всему, нет маны. Ничего. Ну и не спеша. Так, что у нас там? Замки, башни, все. Угу. Блин, что-то толпа огромная. Просто охренеть. Так, 8. Кузник, конюшня. Да убивайте эти дурацкие скорпионы. Я не знаю, что это такое. Посмотрите, как контролит компьютер. Мне бы такой контроль. Снова лезут толпами. Идемте обратно. Еще рыцарь. Охренеть просто, дайте две. Ну, вы будете его переманивать, не? Спасибо, ребят. Так, они лезут. И вот сейчас надо под шумок снести это здание. Монахов контролем. Так, ладно, все, вперед. Это сюда. Все, никаких стелсов, короче. Да как никаких стелсов? Как никаких стелсов? Это просто навалиться и сломать. Навалиться и сломать, бой. Так, тихо. Сохранимся на пятерочку. Попробуем сейчас хитрого чена показать. Как никогда, пацаны. Как никогда, дружно, навались. Так, вы идете сюда. Ты сражаешься здесь. Давай. Быстрее. Ломай кабинет. Давай. Отойди, дай пройти таран. Так, 9 таранов. Сейчас он сдастся, и мы выживем. Ну, в смысле, да. Все! Ой, что ты в нас полетел-то? Ёпс, туда. Все, уехали назад. Так, все, развернулись, уехали. Ты кто вообще? Белый орел, отвали. Все, ребят, все нормально. Назад, теперь мы поедем таранить вышки и все остальное. Так. Так, это сюда. Все. Все назад. Трубим отбой. Все шикарно. Теперь всем хилиться. Отлично, ребята, отлично. Мы все молодцы, всем медали. Будь здорова, Мася. На нас напал Труада. Все. Какой игрок Труа? Успокойтесь. Так, все. Хорошо, теперь мы поедем вот этими ребятами всех убьем, если вы не возражаете, да? Вы пока на лес. Так, сейчас будем переводить вас, кстати. Лимит полный, ты не халявь, иди сюда, вы сюда, все, идемте. Так, сюда. Не так много у нас этих ребят. Все, идемте ломать кабинет здесь. Кто? И нам нужен зам. О.
Ёпстуды, это что такое? Это что такое-то вообще? Это добрый вечер, дайте две. Так, ССС. Да ломай ты уже! Так, ну, короче, это было не весело, да? Мы ставим здесь замок, потому что эти сволочи, я так понимаю, все равно будут кататься с этой стороны. А у нас недостаточно камня. Ладно, мы купим его на рынке. Все, пошли в жопу. Что, кто у нас остался? Осталась у нас какая-то чушь. Так, где, кто? Тут замок у нас есть. Ну, короче, мы покупаем, во-первых, давайте повозки. Будешь кататься сюда куда-то, не знаю куда. Так, ресурсы сюда. Так, да, печаль, конечно, печаль, беда, огорчение. Это сюда. Значит, нам нужен замок. Покупаем, где у нас рынок? Рынок, покупаем камень. Купим камень, дорого, вкусно. Так, ну замок, чё? Может быть, вот так вот как-нибудь вот его поставить? Чтоб он со всех сторон отбивался. Так, а ты там чё? Да что? Что не так? Ладно, его сейчас так замочат. Так, хорошо, бог тебе судья. Давайте переходить, наверное, вот сюда. Вот ты построй здесь эту штуку и руби лес тут. Замок тут, замок тут. Здесь так, здесь убиваем. Вы эти убиваете. Идите сюда, будете защищать. Вышек они настроили. Короче, и нам нужно будет, наверное... Так, где-то нужно изучить рынок. Где тут рынок-то вообще? Где у вас рынок-то, вашу мать? Это ж как же вашу мать, извиняюсь, понимать? Так, камень. Тут не так много ресурса, кстати говоря. Ну где рынок? Товарищ. Так, это мы убьем. Рынка нет, понимаете? Просто этот город был без рынка. А зачем я тогда его уничтожал? Просто нет рынка. Вообще враги уже сожгли родную хату. Короче, меня тральнули, видимо. Меня просто тральнули, ребят. Зачем я нанял повозки? Или я просто в глаза долблюсь и не вижу рынок в упор. Либо, возможно, его просто нет. В это тоже можно поверить. Это что? Это ратуша. Ну, рынка нет, пацаны. Я, конечно, повозок нанял, как царь. Давайте сделаем вид, что... Ладно, сейчас нам нужно добывать ресурсы. Тут строить замок. И тут, наверное, возводить стену. Хотя у нас камня не осталось. Ладно, нам нужно взять... Где у нас тут? Вот этот рудник. Давайте, короче, с леса. Леса у нас достаточно много. С едой тоже проблем вроде нет. Строим. Раз. Что уже прям подбешивает этот чувак, который доковырялся до нашего. Ну, непонятно, ребят. Я просто не вижу рынка. Это печально. Как теперь здесь атаковать, я не знаю. Зачем я построил здесь замок, я тоже не знаю. Что у нас в итоге есть? Как мы будем жить вообще вот это? В это нелегкое время пока непонятно. Так, рыцари.
антирыцари. Может быть, немножко лучников построить, не знаю, на А, да? Так вот будут вместе с копейщиками. Ну, в общем, тут рыбку можно, конечно, поразводить. У нас может быть... Ну, хотя у нас с едой проблем-то и нет вовсе. Так, давайте рыцарей сюда на всякий случай подефать. Тут так мало всего, это на самом деле. Ладно, мы сделаем следующим образом. Поскольку с лесом тоже проблем особо нет, мы отправим вот сюда. Ну, блин, это просто жесть. Рынков на карте нету, сносить тут быстро надо, чтобы ресурсы вражеские достались. Будешь дополнение проходить. Не знаю, Ардарина. Не знаю, как пойдет это. Ну, мне сказали, просто построишь, ну, снесешь, построишь, и все у тебя будет хорошо. Ладно. Что там у нас? Цели изменились. Реймс и Труа. Ну, как же я буду Реймс и Труа убивать? Кто-нибудь мне скажет? Он же реально... Он же реально... Ребят, я вот к вам на рынок просто, вы не поверите. Так, а сюда? Где-то там что-то я еще видел. Да, вот он, товарищ. А вот сюда еще давайте. Ну, печально, конечно, я там... Давайте вот сюда вот. Пока рыцарей поддержим. Печально, печально. Я хз, как мы будем... Как мы будем убивать... Ребят, которые находятся там в каком-то уже имперском веке с такими ресурсами. Я, конечно, изначально неправильно все сделал. Ну, как обычно. Собственно, а что вы хотели? Все по классике. Так, добываем все, что можно добыть. Так, ну здесь, слава богу... Здесь, слава богу, без вариантов будет, я думаю, сейчас. Да, даже не успели. Они хотя бы отсюда идут, это радует. Не знаю, стоит ли вообще... Стоит ли мне... Да нет, это не только отсюда, да? Да, лучники, кстати, неплохо справляются. Прям отлично справляются. Короче. У нас вот еще слона-то я не приметил. Нужно здесь тоже грохнуть. Да, хп не так много. Работаем. Тут, значит, под патронажем ребята добывают все, что можно. Кстати, я думаю, надо перевести большее количество, чтобы по-быстренькому все это дело затыкать. Так, сюда. А, подождите. А, вышек-то нет, они все сдались. Вышек-то нет, они все сдались. Ну ладно, пособираем дальние ресурсы, я не знаю, что. Ребят, советы, бушеты с коня надо сносить, они тут доступны вроде. Три бушета и кони. Ну давайте сделаем грейд тогда, что? А что, собственно говоря, нам бояться? Лес, кстати, тратится, ну ничего. Давайте, да, в три. С чего нужно недостаточно золота? Блин, 800 золота, ёпс тудей. Собирай, пацаны. Сохраняемся на, не знаю, что, на шестерку, например. Тут собирают. 800 золота нужно, ё-моё. Можно продать что-нибудь, да? Можно, например, продать немножечко нямки. И все-таки уйти в четвертый век. Пошел четвертый век. Я вообще не уверен, что все делаю... Ну, я точно начал ужасно, потому что... Свободных нет. Иди сюда, чувак, почини, пожалуйста, мне. Так, не понял. Я не понял, а он что, застрял или что? Что не... Они в башне сидят. Ах, вы маленькие. Ах, вы маленькие. Ну что ж вы такие хитрюшки. Сидят, значит, в башне. Отдыхают. Так, чиним. Собираем. Требушеты и кони.
Привет, фатушки. Наконец-то я давно начал. Да, вот уже второй стрим. Можно, конечно, попробовать по морю что-то. А, ребят, имеет смысл вообще по морю как-то атаковать, что-то делать? Или давайте, наверное, мы сделаем следующим образом еще. Здесь построим конюшню, пожалуй, а то и две. Конюшню, а то и две, да? Ты что здесь делаешь? Так, спокойно, ты, значит, наверное, тоже конюшню построишь. И у нас будет три конюшни, мне кажется, нам пригодятся. Вот эти ребята вообще полезные или нет? Нет смысла, поморить не стоит, спасибо. Радарин, напоминаю, что мы осваиваем игру сразу же на хардкоре. Потому что ничто человеческое нам не чуждо. И страх тоже. Не испытываем страха и упрека. Так, конюшня на восьмерку. Да-да-да-да-да. На восьмерку. Кони сюда. Здесь идет активная добыча. Ну, вроде не лезут. Вроде не трогают. Ладно. А, так, насчет конюшни. Что это такое? А, да, я уже перешел в имперскую эпоху. И вот нам становится доступно хрен там. А, трибушеты в замках, да? Отлично, трибушеты. Трибушеты, элитный метатель топора, плюс 1000 к прочности замков, пища древесины, это можно. Это можно юзнуть. А, здесь везде должны появиться грейды, хрен бы там. Пища золота можно. Ё-моё! Ядрить твою за ногу. Так. Короче, надо правильно вложить застрельщики плюс тараны плюс монахи. Застрельщики плюс тараны. А в чем смысл застрельщиков? Там же кони, наверное, будут. Ладно, давайте, знаете, как сделаем? Мы просто сейчас проверим. Давайте вот просто какого-нибудь построим разведчика. И проверим, что кого. А в университете еще куча всего появилось, да? Ну, конечно. Да, вот это точно нам нужно. Тут ребята собирают, значит, свои прекрасные силы великолепные. Тут на нас напали. Король Артур. Довольно много народу, кстати. Надо желтых дальше гасить, насколько понимаю, да? Ребята, главное, чтобы на нас не полезли тут. Так, а куда мы пошли? Стоим, улыбаемся. А, и тут еще оранжевый дальше, да? Это кто у нас? Да, трибушеты. Что нужно снести? Замок или городской центр, чтобы они сдались? По-моему, городской центр. Так. Ну, этих грохнут, конечно. А, блин, ни хрена себе. Эти мне вышки на самом деле уже не нужны особо. Трибушет он разложил по-царски. Так, я сейчас сам буду трибушеты штамповать. Значит, что нужно к дальности метания топоров? Казалось бы, на 33% быстрее. Прекрасно. Отлично. Вот теперь у меня рыцари нормальные, пацаны. Пацаны, что надо? Так, алибардист, здесь у нас, соответственно, ничего не надо. Монахи восстановятся на 50% быстрее. Больше очков здоровья. Пока качаемся, качаемся, улыбаемся. Эй, вы что там халявите? Быстро добывать. Нам нужно по фасту все добыть. И из замков, соответственно... Тут Жанна ему сама вломит, я думаю. Трибушета мочи кавалерии, это понятно. Городские центры надо. Все, Радарина. Ну хорошо, я думаю, что мы справимся. Короче, еще раз, что вы советуете? Кого взять? Каких юнитов построить? А, да, паладина. 1300 пища, 750 золота. Так, 700. Вот с золотишком у нас проблема, да? Идете сюда.
Идете сюда. Граф, подчеркивание, привет, поддержал граф. Канал на 2000,00 рублей и сообщает от Национального фонда поддержки хороших стримов великолепных игр совместно с Министерством лучших реплеев по ВЦ3. Спасибо тебе большое. Ну что, захотелось жить, конечно, жить, творить. Так, продаем и продать жратвы. Спасибо огромное, очень приятно. Так, что мы там хотели прокачать-то? Очень-очень-очень приятно. Мы что-то хотели прокачать, и я забыл. Ребят, что я хотел прокачать? 14 тысяч золота, ну и нафиг. Что я хотел прокачать? Что-то я хотел прокачать. Вашу же медь. Плюс конь, прямой вражеский юнит. Так, микрофон, что микрофон? Сереж, пожалуйста, все нормально, вот сидят, слушают, все было хорошо с микрофоном. Нет, я что? Я паладинов хотел. Конечно, паладины это норм. Паладины это пава. В общем, монахи, да, получается, монахов у нас. Что там еще надо сделать? Умирает вместо того, чтобы переходить на сторону противника. Если группа монахов пошлет вражеский воин, после обращения должен становиться только один из монахов. Вражеским монахам становится на 50% труднее обратить ваших юнитов. Давайте веру, наверное. Блин, да все так дорого. Какая... Не, вера нынче очень дорогая. Останусь скептиком, пожалуй. Давайте вот эту штуку точно прокачаем. Короче, давайте заказывать требушеты по массе. Все. А, у нас, значит, да, у нас по золоту прям проблемы. Короче, мы сюда придем сейчас, а тут замок никак не построишь. А? Что такое? А, понятно, это мимо ребята идут. Так, тут что? Ну ладно, мы с другой стороны можем бесконечно практически за веру и народ. Ну, очень дорого верить, очень. Как тебе обзор Bad Comedian достойно продолжил твое дело? Ну да, он фактически мне облегчил задачу, потому что я планировал дальше выпустить обзор движения вверх, но, в общем-то, Bad Comedian все исполнил за меня. Да, ты посмотри, а. Какие... Слушайте, а с золотом у нас реальные проблемы, и я думаю, что... Ребят, да вы чего? Вы вообще что ли обнаглели? У меня паладины. Паладины довольно бодро, кстати. Даже копейщиков месят. Давай, палычи. Палычи молодцы. У палычи атака, что надо. Что, кто еще? Все, гоу. Гоу хилится. И трибушеты. Так. Ты нямка. Последний к защите от стрел. Конечно, да. Монахи хилят. И сейчас чуть больше еще монахов нам нужно. Допустим, 3. И все, ребят. И все будет у нас хорошо. Все ли будет у нас хорошо или нет, я не знаю, но трибушеты должны свое дело сделать. Тут идет золотодобыча вовсю. Тут камень. Золотишко-то не осталось. Так, а почему охранять пикинерами и алебардистами? Что они дают-то вообще? Я не совсем понимаю, вот зачем строить... А, пикинеры это которые вот эти, да, ребята? Это вот эти ребята, да? Пикинеры, не совсем понимаю. Пикинеры. Кто вы такие, пикинеры? Паладины. Пикинеры это где? Видимо, алебардисты, скорее всего. Это против найтов. Трибушеты. Еще пара трибушетов. И я думаю, мы довольно быстро это все разложим. То есть на шестерочку и S, да? Они дешевые, хорошо рубят кавалерию. Да, ну все, в общем, будем сейчас заказывать, как можем. Сейчас армию достраиваем последнюю и идем. Монахов у нас в итоге уже 5. Они у нас будут на троечку. Сейчас проверим, насколько они хорошо рубят кавалерию.
Изи вообще, изи рубят кавалерию, я понял. Посмотрите, просто отмудохали пацанов. Хорошо, согласен. Что-то я тогда рыцарей зря настроил. Мне кажется, рыцарь это была моя ошибка. Еще один монах, это все фигня. Это все фигня. Какие-то просто случайные прохожие к нам идут. Ну все, требушетов у нас 5 штук. Давайте последний вот еще один. А, все, население максимальное. Ну все, пора, пора, ребят. Пора, парам, парам, парам. Оранжевых надо грохнуть и все. Давайте, поехали. Вы знаете, я, наверное, оставлю пацанов здесь. Может быть, ошибка, не знаю. Тараны, поехали. Может быть, замок замутить? Проблема в том, что... Так, ферма истощена. Ну и все, идите лес собирать. Идите вы собирать лес тогда, ребят. Все? Все, выжрали. Будем продавать. Что, кто, да отвалите. Ну ладно, с другой стороны. Так. С. Ага. Потому что не стоит. Так, монахи, монахи, монахи тоже идут. Я тут немножечко подтупливаю. Все вокруг... Так, вот здесь вот мы, значит, угу. Слушайте, а может быть надо было... Монахи сюда. Эти сюда. Слушайте, знаете что? Я думаю, а может быть... Я не понял. И что, расслабились, ребята? Ну-ка быстро работаем, не отсвечиваем. Короче, идете сюда и строите мне замок. Вот такой вот я. Молодец. Стройте мне замок, вы идите сюда, вы идете сюда, вы сюда, вы обращаете. Хотя нафига мне такой товарищ, я не знаю. Тактика не агрессивная. Так, лучников сюда. Этих сюда, этих вот так вот стопе. И мочим всех, мочим всех, мочим. Монахи так, эти так, эти так. Все, отхилились. Золотишко! А вот этого, ребят, а вот этого я, конечно, не пропущу. Я, точнее, я вот это уже пропустил, как лошара. Но ничего. Блин, зря молился. Зря молился. Здесь мы строим, строим, строим замок. Отходим. И пацанами встречаем. Просто встречаем. Вот так вот спокойно. Здесь отхиливаемся. Все, стоим, улыбаемся. Сохранились. Сохранились на шестерочку. Нормально, ребята. Сейчас все будет. Так, быстренько, быстренько. Ты идешь сюда. И этих ребят отхиливаешь. И обращаешь потихонечку. Вот красиво как. Монахи роскошно работают. А, давайте им чуть-чуть прокачаем. А вот давайте вот так вот. А, сколько? 200 золота? Золото фигня вообще. Золото фигня. Продаем, продаем, продаем. Вот это мне нравится штука, потому что я постоянно группой обращаю. Да, хорошо работают, кстати, лучники. А если что, их защищают эти алебардисты. Молодцы. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Ну все, мы готовы здесь. И трибушеты у нас поедут нормально. Так, ну все, мы готовы. Сохранились, собрались. Сейчас пойдем. Сейчас надо все это и... Ты слева направо бы сносил их. Слева направо. Так, эти вот здесь прям городской центр разместили. Это ж на изичах вообще. Ага, ага, сейчас. Так, ладно, трибушеты. Тараны, тараны. Эти ребята сюда, эти ребята сюда, эти ребята на...
на оборонительной стратегии. Хочется на hold position, конечно, поставить их по привычке. Сейчас мы дадим обзор. Население максимальное, пацаны, поехали. Эти здесь, эти здесь. У этих оборонительная тактика. Здесь замок отлично работает, ну, в общем, живем. Допустим, проверим, как работают трибушеты, что нужно сделать, чтобы они стреляли. Угу. Да, ну, кажется, сейчас получше пошло. Сносим эти ворота. Хорошо пошло. И вот здесь где-то нам... Давайте просто замок снесем, да, и все. Так, сюда. Идем сюда. Вот этим точно оборонительную стратегию. Сносим замок. Сносим так. Как их сложить-то? Как вас сложить? Как сложить вас? Свернуть X. Атаковать местность. Свернуть X. Так, свернули. Давайте по замку и спокойненько. Так, ну что вы не сворачиваетесь? Что вам нужно-то? Что вам нужно, чтобы свернулся? Так, минус, минус. Нормально. Работаем, работаем. Все четко. А? Ну это стратегия, мать. Все, убиваем здесь. Давай, поехали. Сейчас из трибушетов расстреляем пацанов. И будет ГГ. Ну вот этим товарищам. Так, монахи пошли поближе, подхиливают. Ну, разворачивайтесь. Вот, хорошо. Монахи стеночкой. Этим не даем подойти. Все, работаем. Пейте воду. Хорошо. Так, есть. Эти ребята готовы. И остались последние. Остались последние у нас. X. Рассыпались, рассыпались. Смотрите, какие жесткие пацаны на нас навалились. Еще сейчас их паладины быстренько обучат. X. Отлично, отлично, отлично. Контролится, контролится, контролится. Зашли сюда. Выехали сюда. X. Ой, ну чип, чип. Так, Труа сдался, хорошо. Этих задавим интеллектом сейчас. Хилим, хилим, хилим. Мне очень нравятся стрелки, если честно. Прям стрелки рвут меня на части. Жги еретиков, да, мочить всех. Так, мочить в сортире. Мало солдатов. Не, Наташ, нормально. Главное, понимаешь, не количество солдатов, а то, как ты ими что? Правильно, распоряжаешься. Так, лучник, лучник, лучник. Монахи, вы будете хилить, да? Да, молодцы, спасибо. Так, ну что, нам нужно теперь для... Нам нужно теперь для обзора. Для обзора. Вот это последние ребята, которые на нас полезут. На которых, точнее, мы полезем. Так, вам так. Вам сюда. Вам сюда. Тут всех убьем. Тут всех замочим. Почему-то, ребята... Это что такое? Это ратуша? Ага, да, сейчас. Но это по-моему, ратуша уже не строится, да? Да, это уже, ребята, отговорила роща золотая. Сейчас трибушеты. Нам нужно снова на защиту трибушетов поставить коней. Здесь ребята сражаются. Почему-то монахи не хилят этих пацанов. Не знаю почему. Они как-то в приоритете хилят коней. Эти поставили трибушеты и поворотом... Бьем поворотом, прям как в футболе, да? Но только не в футболе. Так, а где у вас тут ратуша-то? А, нет, где? Как пройти-то? Сейчас мы конем одним сходим. Ага, так. Ой, хорошо, как заходит. Теперь вас поближе немножко.
Так, добрый вечер. Хорошо работают лучники, наверное. Наверное, я не знаю. Так, сюда, сюда, сюда. Ну, должны нормально, должны разобраться. Обстрелы такие. Да, надо, кстати, застрельщиков сейчас делать. Лучники отлично отконтроливают. Так, X, 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 X. Ох, монаха замочила. Монаха-то жестко. Раздраконила. Так, побежали наши паладины. Это у них университет, это у них замок. Ну хорошо, давайте, давайте. Снесем нахрен все вообще. Так, эти ребята сюда, эти ребята сюда. Больше монахов хороших и разных. Здесь идет мега битва. Здесь ребята могут и починиться. И у нас сейчас... Нет, нет, вот это вот этого вот не позволить. Хорошо полетело. Ой, как жестко по нашим паладинам. Нужно быстро эту хрень снести. Блин, монахов убивают! Вы куда смотрите-то? Их что, по одному нужно сворачивать? Печально, конечно. А где у вас долбаный? Повсюду, короче. Повсюду война, ребят. Я не могу понять, где у них городской центр. Вообще с другой стороны, походу. Да, я, кажется, не там. Это замок. Где у вас, товарищи, где у вас... То есть нам надо с другой стороны развернуться, да? Ух, у них тут чудо света еще. Так, замок здесь. И что? Давайте просто попробуем на пофигу. Да нет, на пофигу не получится. Я... Нет, мне нужно понять, где... Да нет, они далеко его запрятали, маленькие сволочи. Но вот отсюда, конечно, нужно нападать скорее. Да, мы здесь не пройдем. Ясно. Фуф. Какая жесть. Так, да, да, мы надо идти другим путем. Загружаемся на какую-то на семерку, что ли. Как понять, 15.29, 15.42. Видимо, вот это. А, подождите. Нет, нет, нет. Я так и знал, что у нас другая миссия. Почему-то. Ладно, неважно, забейте. Так, хорошо, нам нужно эту миссию дойти, добежать, долететь, дотащиться. Я понял, я думал, что будет как-то полегче, но нет. Ты кто такой? Ты кто такой, дядь? Там вообще, по сути, видели, да, нету... Все, идем назад. Надеюсь, вы пойдете правильным путем. Так, этих мы делитнем. Кстати, можно, знаете, что сделать еще? Я думаю, надо вот здесь вот замок тоже поставить. Как вам такая мысля? У нас же есть камень? Есть. Ну вот сейчас на последние кровные поставим замок. Где у нас там товарищи свободные? Допустим, нет, какой так, замок. Такой какой-то опорный пункт, который будет позволять. Да, вот там у них где-то городской центр. Так, тут у нас башня будет работать. Ну, давайте вот так. Я надеюсь, они уже не будут лезть. Блин, требушеты очень долго едут, но что делать? Может, ранами вообще их пробрить? Кто нужен из застрельщики? Да, это вот отсюда ребята, которые по лучникам фигачат. Они, кстати, полезные. Но у нас максимальное население. И нам нужно, наверное... Давайте вот с леса возьмем 50 тысяч человек и... Не нужно только вражеский... Так, стоп, нам нужно поменять просто шалонь. Не враг. Или как... Ребят, а как поменять этот статус?
Так, 6, 7, 8, 9. Так, как сделать так, чтобы поменять им статус союзнический? Может, вот здесь? Да, во! Шалонь, союзник, Реймс, враг, наверное. Нет, Реймс, конечно же, враг. Мы же с ними будем драться, Бонни, ты чего? Так, а Шалонь сдалась. Все. Все, отвалите от меня. Так, монахи идут, трибушеты едут, замок штампуем. Да отвалите вы, ядрить-то вашу мать. Так, и где у нас товарищи-то идут? Да, идут товарищи, все идут. Давайте сохранимся, мы дошли наконец до ручки, на восьмерочку. Оливковая дверь, да-да-да, я увидел. Спасибо, ребят. Так, у нас максимальный лимит, поэтому... Ты где? А, понятно. Ну, делай нямку, делай. Мы сейчас будем нямку продавать. Золото добывать. Лес продавать тоже. Нам этого ничего не нужно. Камень покупать. Ну, такое. Давай, давай, ребят. Все дружно. Все... Ой, нет, нет, не это строите. Вот это строите, конечно. Это я обшибся немножечко. Так, вам нужно как-то отхилиться, потому что вы что-то вообще печально себя чувствуете. Так, у нас будет перелетный замок. Это, наверное, даст нам какой-то плюс. Да-да-да, добрый вечер. Здрасте. Сдох, козлина. Так, монахов 6, эти здесь, эти здесь. Эти должны будут разбирать всякие катапульты и прочую шляпу, да? И трибушеты поехали убивать. Что убивать? Надо как-то вот так вот аккуратненько сейчас подъехать. Проверить. Нужен какой-то обзор. Нет никакой просветки, я не знаю. Не строй застрельщиков сейчас. У них... Что-что-что? У них дальнобойные луки и херня, которая контрит. Выводи рабочих, стройте всеми ресами, дополнительные рабочие не уходят. Да, так, ну, надо понять, где у них там ворота. Ну, давайте, я понял, что это очень долгая геморройная история, постоянно отводить, подводить пацанов. Поэтому разбомбим ворота, заедем этим товарищам и будем как-то... Так, это сюда. Мне лучники нравятся, в принципе. Они довольно жесткие ребята. Кстати, вот таран. Как это называется? Манагел. Вот эту хрень надо развалить. Блин. Жесть. Ломают. Ломают кабинет. Так, ну давайте, убейте уже нахрен. Во, понеслась. Понеслась моча по трубам. Идет сюда. Эти ребята хилят. Эти ребята быстренько развозят. Раз, два. Ой-ой-ой, нет, только не по монахам. Будет славная охота. Так, идет сюда. Эти пацаны, давайте, наверное, с топорами сделаем. Так. Монахи, вы живы? Ворота нужно расхреначить уже какой-то веке. Так. Вы идете сюда. Монахи хилят. Лучники. Замок стреляет. Стреляем. Так, тут хилим. Тут поехали. Ребят, поехали. Нужно все-таки добраться до...
убейте уже, убейте уже их нафиг. Так, тихо, назад. Убиваем замок. Короче, вы знаете, надо... Ой-ой-ой-ой-ой, только не это. Так, тут убиваем, тут лечим. Тут... Убиваем, молодцы. Работаем очень жестко по этой хрени. Тут уже почти все умерли. Нам замок расхреначили, да? Здорово, молодец, Бонич. Отлично сыграл. Мы тоже расхреначили замок. Я не могу, могу их всех. Твою мать. Так, заказ. Постоянно да заказ. Да где ваша гребаная городская... Детская ратуша. Все, вот. Так, 7, 8, ССС. Работаем. Блин, сейчас долбанет. Ой, нет. Да, слушайте, ну это просто жесть какая-то. Может, вообще не отсюда надо было атаковать. Может, тараны нужны? Тут тараны нужны, наверное. Я думаю, что нужны тараны. Я просто не понимаю, почему они не собираются раскладываться. Раскладывайтесь. Этих товарищей уже давно нет. Эти идут. Эти кони идут тоже. Так, все, кто может, стреляйте по ратуше. Надо убить ее долбаную. Есть, все, мы выиграли. Фу! Какая жара. Победа. Победа же, да? Ура! Ребята! Открыл достижение враг британцев. Мы прошли сегодня две миссии. Шикарно. Давай в танки вертолет давить их орков чертям. Да, Радарина, это проще, наверное, чем вот контролить эту всю фигню. Но мы справились. Неудачно они, точнее, очень удачно для себя расположили долбанную ратушу, потому что... Ого! А, нет, у них развалили все здания. Они расположили ратушу очень удачно, так что вот к ней не подступишься. Пришлось ломать ворота. Здесь... Была совершенно какая-то непонятная вакханалия, но какой-то дозаказ был, какие-то ресурсы тратились. В общем, проходим на эксперте, пока вроде весьма успешно и движемся дальше. Ну, в смысле, на сегодня, наверное, все, а вообще мне очень нравится то, что происходит. Так, выход. Все, мы победили. Что мне нужно сделать? Вот этот True Old School. Да, ребят, записи ловите на... Кстати, на YouTube уже есть записи. Сейчас мы... Давайте... Ну, выход. Что нужно сделать? Выход. Что? Ребят, что надо сделать, чтобы все это закончилось? А, да, все-таки выход. Все правильно. Потому что я боюсь, что мне не сохраняться. Когда мы въезжали в Реймс, тьма крестьян и господ пала на колени перед Жанной, а некоторые даже целовали землю, по которой она ходила. Да, это был Евгений Маркин, певец знаменитый. Гремели пушки, а на ветру развивались сотни флагов. В огромном дворце Дофин преклонил колено перед архиепископом, а поднялся уже королем. Шато наполнили молитвы, гимны и псалмы. Все обнимались и плакали, и бросали хворост в костер. Среди надушенных герцогов и дам были потрепанные солдаты нашей армии, некоторые еще с незажившими ранами. Рядом с королем была сама Жанна, а также ее запачканный штандарт. Но даже в праздник я помню, что война не окончена. Наши отцы и деды погибали, сражаясь с англичанами. Да вот, конечно, у нас еще миссии 3. Рано расслабляйтесь. Надеюсь, Жанна какую-нибудь суперспособность проведет. Жанна дает нам надежду, но я не знаю, достаточно ли одной надежды, чтобы победить. В смысле, вы уже 4 главы прошли, вы уже 50 замков развалили. Вы там рвете и мечете, и говорит, достаточно ли нам надежды. Ну, хорошо. Так, у нас появилась 5 глава, осада Парижа, но проходить мы ее будем, стало быть, в следующий раз. Ребята, я всех благодарю за трансляцию. Это было жарко, надеюсь, вам понравилось. Я, в принципе, когда проходил, нес какой-то несусветный бред, потому что законтраливался. Там, когда начинается вакханалия и замес со всех сторон, вообще невозможно ничего понять.
Да, пойдем пилить Best Replace. Ребят, большое всем спасибо, кто смотрел. У меня просьба, плюсаните, пожалуйста. Я, естественно, здесь запись этого стрима тоже на ГГ залью. Причем я в заботе о вас стараюсь заливать по главам, чтобы вам удобно было смотреть на YouTube. Режу запись и заливаю по главам. Уже на Good Game залито в раздел видео прохождение первых двух или... Да, получается, двух... Двух частей. Сейчас я вам ссылки скину. Помогите, пожалуйста, поднять на главную. ГГшечка. Раз. Ссылка для вас. Просто жмакните по ней и воткните палец вверх или плюс, или что там за значок. Заливаешь очень удобно. Это в уши заливаю, Хэвич, или на YouTube? Короче говоря, я сейчас очень много работаю над YouTube-каналом. У меня будет скоро еще один проект на YouTube, и отдельный канал под это будет открыт, но вот данный текущий канал, он останется для записи, для прямых эфиров и для записи трансляции. И для вашего удобства я буду прохождение любых игр делить вот на какие-то смысловые фрагменты. В данном случае буду делить на прохождение глав. Пожалуйста, воткните плюсики, давайте выведем видосы на главную. Гудгеймушка, дави, красавцы, спасибо большое, ребят. Видео на главное, ну а на YouTube появится порезанное и... слепленная для удобства запись прохождения сегодняшних двух глав. Все, господа, всем большое спасибо за поддержку, графу отдельное спасибо за 2 косаря, сейчас пойду на них куплю спичек 2 тонны и буду зажигать. Вот, на следующей неделе у нас Stay стартует еще один совместный хоррор, я думаю, что вы догадались, что это будет за игра, ну а для тех, кто не такой догадливый, это будет вместе стоит, так что присоединяйтесь, будет интересно. Все, друзья, всем пожал руки, до новых встреч. Мы продолжим проходить и возрождать Францию. Надеюсь, что нас не запугают злые британцы.